будет. И вы знаете, Россия сегодня страна, которая плодит терроризм, который поддерживается экстремистами, прихватизировавшими себе власть России, называя себя властью, судили наш народ, великих художников. Посмотрите, Игорь Аксенов, они его судят за какой-то экстремизм, а он открыто заявляет о сионизме. А фильм «Сионизм страшнее фашизма» российский Минюст в 2021 году сделал экстремистским. На ворах шапка горит. Так вот, дорогие друзья, я думаю, что в ближайшее время весь мир тем же концом ударит по тому же месту. Я думаю, что наших экстремистов, поддерживающих международный терроризм, будут убирать тем же концом по тому же месту, как это делают все на зверьки. Без шума, без дыма, без пыли, через те же самые средства, соответственно, их будут убирать. Потому что если бы были везде боевые действия, их убирали как преступников бесславно, захвативших наших детей. Поэтому не поддерживайте их, не защищайте. Им обвинения уже предъявлены во всех странах мира, кроме России.